третий раз ко дню рождения пробьет. Вчера на его она выступала на концерте, перед этим в прошлом году без моего участия на этой сцене. Я из подполья играл по телефону, и кто-то в этом зале слышал, как я пробивался, все произведения сыграл по телефону с далекой девятой планеты. Людмила Марцевич еще сегодня через один номер со мной сыграет в дуэте, поэтому я попрошу побыть ее на сцене. Сейчас сыграю я один очень милый вальс Шопена «Ля минор», самый последний, 21-й. Thank you.
встреча многих артистов, вот она все раз слушает, несмотря на то, что она вот в зале, несмотря на то, что она и выступает, это высочайшее мастерство, когда человек вот из зала, не разыгравшись, он выходит и моментально садится и играет. Это очень мало кто может себе позволить, потому что нужно настроиться, порепетировать. А вот суперпрофессионалы вот делают именно так, как можно позволить себе. Еще одно классическое киевское премьера в моих сольных концертах. Произведение, которое я для себя открыл, композитора для себя открыл, с очень длинным именем, тройным французский композитор 18 столетия, Жан-Николя Панкрас Руайе. Головокружение во французском языке – это вертиго. Руайе – вертиго. Thank you.
вместе с моим другом, не побоюсь этого слова, Иваном Завадским. Ваня сегодня чаще всего в моих гостей на сцене не случайно. В десятый раз принимает участие в моих концертных программах не только вот Ульрики Вернер и Михаил Кашук, но и Иван Завадский. Но при этом еще плюс один сольный концерт у него за плечами в рамках дней рождения аккордеона. А сейчас украинская полька, французский вальс и финская полька. Thank you.
завершили сегодняшние концертные программы, прежде чем сыграть последний номер этого концерта сегодняшнего, спешу пригласить вас на заключительный концерт моего сезона. И одновременно совпадает с закрытием концертного сезона в Доме актера. Так вот вышло, что закрытие сезона в прошлом году ознаменовалось 30 июня моим сольным концертом, первым после длительного перерыва. И вот опять 30 июня мы следующий и заключительный концерт в Киеве. До 1 октября 3 месяца в Киеве я выступать не буду. У меня ждут гастроли по разным странам мира. Поэтому, кто хочет попасть в Киеве на концерт, нужно время в Киеве 30 июня. Ну а сейчас заключительная полька «Сякиями».